А теперь к футболу детскому. Юноши футбольного клуба «Муром» 2005 года рождения сегодня не провели полуфинальную встречу первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо». На своем поле наши ребята должны были играть с ярославским «Шинником». Однако свои коррективы в турнир внесла пандемия. У тренерского штаба команды соперников был выявлен коронавирус. По этой причине игру пришлось перенести. Там стал вопрос о том, что у них заболевшие по коронавирусу выявились. Там 2004 год, 2006 год и, по-моему, 2005 там тренера заболели. И в срочном порядке исполком собирали на прошлой неделе. И вот они как бы решали либо вообще переносить полуфиналь, ну, как бы вот эти все финальные игры на весну, либо играть с тестированием. То есть, как бы, ну, вот из-за этого и перенесли игру. Напомним, что ранее молодежка 2005 года рождения под руководством тренера Дмитрия Кузьминова успешно прошла групповой этап турнира. Набрав 4 очка, муромцы заняли второе место в группе и опередили команды из Владимира и Тверской области. Ребята вышли в финальную часть турнира, где должны были принимать сверстников из Ярославля. Теперь, по предварительной информации, первый матч с «Шинником» может состояться в пятницу, 16 октября. С «Шинником» мы играем каждый сезон, каждый год. В прошлом году мы их обыграли на кубке, мы участвовали в кубке «Золотого кольца», мы их обыграли. Поэтому как бы команду мы знаем, а моя команда знает, как играет эта команда. Поэтому, ну, я думаю, то, что мы дадим здесь бой и все-таки рассчитываем, да, как бы на хороший результат в этом противостоянии. Всех желающих, да, которые хотят поболеть за нашу команду, мы приглашаем на стадион имени Лосева. Нам нужна ваша поддержка.